Образцовый хореографический ансамбль «Мы» из города Благовещенска достойно представил Амурскую область на 6-м международном фестивале «Звездная гавань». Подробнее об этом расскажут мои гости. Художественный руководитель коллектива Ольга Гаврилова и педагог по народному танцу Павел Гамза. В эфире «Свой диалог» и я, Лена Красновская. Здравствуйте, Ольга и Павел. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с вашей общей победой. Спасибо. И, насколько я знаю, оно у вас не первое в этом фестивале, да? Да, действительно, это так. Ансамбль принимал участие в прошлом году. Также он проходил в Республике Крым. Угу. Это был 5-й международный фестиваль. Да. И в прошлом году мы стали обладателями гран-при в номинации «Современная хореография». И были лауреатами первой степени в номинации «Народный танец» в прошлом году. Это были заслуги прошлого года. О нынешних мы еще поговорим. Вначале расскажите вообще, что это был за такой грандиозный международный проект, чем он был необычен, ну и где он проходил, когда, да, в Крыму сказали? Да, это был 6-й международный фестиваль фестивалей. Он в себя включал несколько видов творчества. То есть это был вокальный фестиваль, инструментальный фестиваль и фестиваль авторской песни. Ну, естественно, хореографический фестиваль «Звездопад», в котором принимал участие наш коллектив. Так. Да? И, значит, он объединил все виды творчества в одном большом фестивале «Звездная гавань». Поэтому он и называется, да? Фестиваль фестивалей. Да. И он телевизионный. К тому же еще. И, да, и такая есть информация, что именно гала-концерт будет в течение года транслироваться на видеокор.тв. То есть можно посмотреть. Да, еще можно будет посмотреть. Вы участвовали конкретно в хореографическом фестивале «Звездопад». Наверняка вот эта ваша прошлогодняя победа заставляла вас как-то удерживать планку и, наверное, вы долго готовились в этом году, да? Ну, можно сказать не то, что просто удержать нужно было планку. Нужно показать было еще более... И рост. Более, да, результат, который добился ансамбль за год. Поэтому репетиции у нас продолжались около полутора месяцев перед поездкой на фестиваль, чтобы... Можно было доказать, что действительно коллектив в прошлом году... Что это году, не случайная победа, что не просто так победили, да? В прошлом году не просто занял гран-при и, соответственно, достигнуть в этом году чего-то. Тоже каких-то результатов. Хорошо. Сколько человек вошло в состав вашей творческой делегации и какого они возраста были? В состав делегации вошло 25 участников ансамбля в возрасте от 10 до 15 лет. И преподаватели есть ли, да? Да, еще? Соответственно, преподаватели, два преподавателя. Хорошо. Вы представляли номера, я знаю, не в одной, а в нескольких номинациях, да? Да. В каких именно и что это за номера были? Ну, так, ансамбль, значит, принимал участие в трех номинациях. Угу. Это народный танец, так, современный танец и номинация соло. В номинации «Народный танец» у нас было два номера. Это «Белорусская полька» у нас была и «Танец барни». В номинации «Современный танец» это была постановка «Китс» и постановка «Дело в шляпе». Так. Да. И в номинации «Соло» у нас были представлены солисты, естественно. Сколько солистов? Солистов двое. Это Соня Стаценко, наша воспитанница нашего ансамбля. Она у нас работала с танцем «Соловей». И наш выпускник, наш педагог Павел Васильевич Гамза. И он, наш гость. И наш гость сегодня. Да, и он у нас, значит, работал с постановкой «Кавалер». Хорошо. Павел, раз вы там были, расскажите, вот как очевидец, как ваши номера принимали зрители? Принимали очень хорошо, так как в ПГТ «Николаевка» еще с прошлого года все зрители, все жители, которые приходили на наш концерт, они, ну, скажем так, были очарованы нашими номерами, поэтому... Они вас ждали в этом году? В этот раз. Они еще нам в прошлую поездку сказали, что приезжайте к нам еще. Приезжайте обязательно, да? Они нас очень ждали, поэтому зрители воспринимали именно наш коллектив очень хорошо. Ну, то есть уже вы там свои были, да? Да, можно сказать и так. Долгожданные гости. Ну и теперь самое главное. Что же все-таки стало результатом этих ваших выступлений? Смогли вы удержаться на уровне прошлого года или что-то еще тут утворили? Рассказывайте. Ну, ансамбль... привез нам победу, он привез нам гран-при в номинации «Народный танец». Для нас это очень важно, потому что мы коллектив народного танца, да, да, мы да. несем культуру нашего народа, и мы призываем вообще всех жителей нашего города, нашей страны, все-таки мы должны знать культуру своего народа, поэтому мы очень этому рады. Помимо этого, мы взяли дважды, стали лауреатами в номинации «Современный танец». Так. Вот. И наши солисты, оба солиста были награждены специальными призами. Ох,
Павел, ну, значит, ваша личная еще победа тоже здесь. Это наша, это общая победа всего коллектива. Естественно, естественно. Павел, ну, поскольку вы оказались танцующим тренером, да, ну, и, соответственно, непосредственным участником и победителем этого фестиваля, то вам дальше рассказывать. Меня интересует, вот, что за соперники у вас были, как их много было, и как складывались ваши закулисные отношения? Ну, помимо нашего коллектива, принимали участие хореографические коллективы еще с непосредственно с Республики Крым. Так. Коллективов вообще хореографических, помимо нашего, было более 8. Угу. Вот. Ну, закулисная жизнь складывалась довольно-таки хорошо, потому что все воспринимали... Хорошо без кавычек? Нет, без кавычек, конечно. Прямо хорошо. Люди культуры все-таки общаются между собой, скажем так, довольно-таки хорошо. Поэтому у нас было какое-то между нами отношение, между коллективами. Также проводились мастер-классы. Обмен опытом был. Да, я хотела спросить, то есть успели, да, поменяться опытом, может быть, успели, подружиться, да, с кем-то, какими-то контактами обменяться? Действительно, успели, да. Успели. И не было там зависти, косых взглядов, там чего-то каких-нибудь? Нет, там... знаете, такого не было. То есть мы ждали все равно своих результатов. Мы видели, как работают другие коллективы. Да, действительно, были достойные номера, с которыми можно было посоревноваться, угу. Но... сейчас, в наше время, основной упор всех коллективов идет на современную хореографию. Да, да. Поэтому, ногу со временем все идут, и народная как бы немножечко... Да, поэтому в номинации «Народный танец» мы действительно мы увидели, что... Соперников там, по большому счету, не так нету. Много, да? Что вы будете, нету, у да. вас есть надежда на то, что все будет коллективы хороший видели друг друга, поэтому все угу. ждали уже, что хорошо. Скажет жюри. Кстати, про жюри. Кто вас оценивал? Кто входил в состав жюри? В состав жюри входили артисты и работники культуры с Республики Крым, с Санкт-Петербурга. Угу. Председателем жюри был народный артист Украины Валерий Карпов. Угу. Также в состав жюри входило два хореографа. Один из Санкт-Петербурга и второй с Республики Крым, который является художественным руководителем ансамбля «Продвижение». Также является заслуженным артистом Республики Крым. Ну, то есть такое серьезное жюри, жюри было, профессиональное. Да, то есть тут не стоит сомневаться, да, там, в объективности их да. оценки. Да. Ну, тем более достойно вы выступили. Удалось ли вам немножечко хотя бы отдохнуть во время этих гастролей вообще? Или только работали, репетировали? Нет, почему? Все равно это все-таки солнце, море. Фрукты те же самые. Поэтому... Я знаю, что вы пораньше туда поехали, да, Ольга? Мы поэтому пораньше и поехали, так чтобы вот можно было отдохнуть. Рассказывайте. Так как у нас прошлый год фестиваль проводился в начале августа, угу. поэтому мы задержались после фестиваля и успели отдохнуть. А здесь перенесли фестиваль на конец августа, поэтому мы взяли решили, дополнительно... Мы наоборот, пораньше. Да, мы приехали пораньше, пока дети адаптировались. Пройти, да, да. То есть в море, конечно, сильно много покупаться не удалось, так как буквально 4-5 дней море было еще теплое, угу. дальше уже стало холодное. Угу, угу. Но помимо этого у нас дети ездили на экскурсию в «Героический Севастополь». Угу. Мы возили детей на экскурсию в аквапарк, где угу. они смогли накататься на горках. Вдоволь. А действительно аквапарк там очень большой. Угу. И помимо всего этого, еще, конечно же, у детей была развлекательная программа в кафе, где у них было мороженое, соки, конкурсная программа и аквагрим. Ну, вы молодцы, я могу за вас только порадоваться. То есть смогли все совместить и полезное, и приятное. Да, но в первую очередь, конечно же, ну, понятно, что главная цель была, да, достойно выступить в конкурсе, у вас это получилось. Хорошо. Ребятам поездка вообще понравилась, и Крым, Республика Крым сама? Ну, по моему мнению, да. Да. А благодаря кому вот она все-таки стала возможной? Потому что большая делегация довольно-таки сейчас кризисное время. Кто вам помог с этой поездкой? Ну, конечно же, нам помог областной дом народного творчества, Министерство культуры и архивного дела. Они дают нам такую возможность вывозить угу. наших детей. Ну и, безусловно, это помощь наших родителей, родителей наших воспитанников, угу. потому что без их помощи мы, к сожалению, пока на данный момент не можем вывести детей. Угу. Тем более это очень далеко, это угу. расходы, транспорт. Угу. И мы
конечно, им очень благодарны за это. Хорошо. Ребят, ваш коллектив был единственным, который представлял Амурскую область в Крыму. Вам удалось покорить и такое серьезное жюри, и зрителей. И теперь, наверное, вы мечтаете о покорении каких-то новых вершин. Каких? Да, мы, у нас, конечно, есть по результатам этого фестиваля. Нам дали приглашение на конкурс. Уже на конкурс, не просто на фестиваль даже. На конкурс в Москву. Также нас пригласили на конкурс в Санкт-Петербург. Мы, конечно, строим свои планы, но мы об этом рассказывать пока не хотим. Все-таки мы оставим это загадкой. Давайте оставим интригу. Ну, по крайней мере, приглашение есть. Приглашение у нас есть. И перспектива, и перспектива на дальнейшую вашу деятельность есть. Я вам желаю, чтобы ваши эти планы тайные и явные осуществились обязательно, а также полных залов и благодарных зрителей, конечно же. Спасибо вам большое. В эфире был «Свой диалог», и моими гостями сегодня были художественный руководитель образцового хореографического ансамбля «Мы» Ольга Гаврилова и педагог и солист этого же коллектива Павел Гамза. Этот и другие выпуски программы вы можете посмотреть на портале asn24.ru. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!